Всем привет, набираем на этом ролике 100 лайков, и я делаю гайд, как поднять FPS даже на твоей микроволновке. Сегодня я поставил олдовые текстуры из Симпсонов, с которыми в свое время бегал, когда у меня был очень слабый компьютер. Они правда очень хорошо поднимают FPS, но сами текстуры на любителя, если честно. Также давайте добьем на канале 5500 подписчиков, я буду очень сильно этому безумно рад. Ну и за лайк, подписку, комментарий, ты можешь выиграть халявные деньги. Также не забывайте то, что я играю на проекте WolfRP, мой сервер это Saint Louis, и за промокод хэштег Lepard ты получишь кучу бонусов, и если ты хочешь бесконечные материалы и драги себе на аккаунт, то пиши мне в ВК, и я тебе все оформлю. Я сантехника убил, точнее механика. Похуй. Еще одного засилил. Кого-то убью, забираю. Ну текстурки это вообще песня. А ты мои видел? Вообще помолчал бы. Знаете, я что-то в АФК встал, я думал, я встану, просто уже смирился. Но я, понимаешь, я еду как будто, ну, по мылу чисто такому хозяйскому. Ага, я зайчик один. Ты попрыгал дальше! Да сколько? О, найс. Уже не арабик. Я жестко тут пытаюсь что-то наделать. О, 3 килла сделал. За арабили кинь. Меня снесли за Хефис, ну боже, но он же меня душит, но это 100%, он мне говорит. Чё, мэнчик, боишься? Оглядываешься? Вот, вижу, бежишь. Конечно, конечно. У меня волхака нету, я не играю с читами. Блять, это не ты. Сука, как жалко, не я. Один аккаунт есть. Блин, где FPS? Что за... Ой, тут... Ласточку. Алло. Вон, Серго Лепард бежит в квадрат. Не нашел, да? Думаю, стоит попробовать еще. Сколько попасть, мальчик? Я сеньора помидора какого-то вырубил. Просто тера один дабл хит сплошной. И где ты? Чё за... Я не могу залезть, мальчик. Хоть что-то за весь кап, господи. Я, наверное, за всю теру просто одно слово сказал. Потому что, ну, эта тера, это М4 бои, все, больше здесь, ну, ничего не происходит. Это, наверное, единственный момент, когда я на диглах нормально хоть пострелялся. Я даже не знаю, как комментировать эти моменты, потому что я постоянно молчу, потому что я вообще ничего не могу заснять практически. То есть что-то отснять? Какой ужас. А снять хоть что-то, момент очень маленький. Шанс, точнее, заснять какой-то момент очень маленький, вот я даже заговариваюсь. Поэтому я зачастую молчу, а когда я молчу, у меня получаются какие-то фраги, да. Сука! Какой же конченый кап. Ну и так, в принципе, весь день тупо я так играю. Видите, один за машинкой. О, с М4 уже. А второй, видите, за машинкой. О, приехал, приехал, у меня 10 хп.